Жаркий цветущий июль полон сюрпризов в средней полосе России. В Ульяновске пока без неожиданностей. Погода пляжная, сильного ветра нет и температура воздуха до 30 градусов тепла. А вот в Москве недавно случился мощный ураган. Не обошлось без жертв. По информации агентства ТАСС, шквалистый ветер валил деревья, в результате чего пострадали 18 человек, в том числе 3 ребенка. Еще 2 человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Всего в городе было зафиксировано падение 255 деревьев. Около сотни машин получили повреждения. Ветер сорвал кровли с 9 зданий. Ждатели ненастья ульяновцам в гидромедцентре поделились новостями. Конечно, вероятность есть в Ульяновской области таких процессов, но, по крайней мере, на данный момент наша карта показывает, что ожидать в ближайшие сутки их не следует. Даже если ураган обойдет наши края, штиля все равно не предвидится. В четверг и пятницу небо будет хмурым. К выходным покажется солнышко, но западный ветер проявит свой характер. В конце этой недели ожидаются грозы и порывы ветра до 20 метров в секунду. Ну а к выходным небо станет ясным, и температура воздуха составит 26 градусов. Но будет также ветрено. Метеорологи не любят заглядывать больше 2 недель вперед. Однако предположения на следующие месяцы уже есть. Бархатный август не удивит аномалиями. Среднесуточные значения достигнут 17-18 градусов. Начало сентября ожидается теплым и ясным. Научные сотрудники гидромедцентра отметили тенденцию к смягчению погодных условий на заре золотой поры. Виктория Чиркова, Даниил Сурков. Ульправда ТВ.